Здравствуйте, друзья. Домой еду. Четверг сегодня. Такой день был интересный, можно сказать, в съемочном плане. Я на пару часов подъехал на конференцию такой организации, называется SWOD, Silicon Valley Open Doors. И там стартапы выступают, значит, там рассказывают о своих идеях. Инвесторы сидят, там оценивают. В общем, так, такая довольно большая тусовка. И, собственно, уже, наверное, я видео 3 или 4 подвесил. И, ну, может быть, еще парочку осталось. Вот. Но я вот что хотел сказать. Давайте я камеру, может быть, поверну там светлее, чем у меня в кабине, в салоне. Значит, что я хотел сказать. Там само все мероприятие, может быть, так оно тоже любопытное, но я переговорил человек 5, наверное, их там было. В основном это люди, которые представляют инвестиционные фонды. Ну и стартап там у меня был один симпатичный, там с девушкой Дашей. Так вот, я их всех спрашивал примерно об одном и том же, в интересах нашей аудитории, которая особенно молодежная аудитория, которая спрашивает, вот, что изучать, в каком направлении двигаться, что важно, что не важно, где успех, вообще как жизнь построить. И зная, что у нас эта очень тематика очень популярна, я, соответственно, вот их и спрашивал. А они же все время оценивают коллективы такие инновационные, да, с идеями, с какими-то продуктами на ранних стадиях, на более поздних стадиях. В основном на ранних, вот те, с кем мы говорим, они должны распознать как бы будущий такой ударный вариант на очень ранней стадии. Так что я очень советую вам всем посмотреть вот эти интервью, их там несколько. Не обязательно, чтобы это интервью было вам с первой секунды интересно. Это не обязательно так получится, но я вам обещаю, что там есть чего послушать. Вот так бы я сказал. Есть чего послушать, и есть интересные люди. И чем больше таких людей, вот как эти, в вашей жизни встретятся, тем сильнее изменится к лучшему ваша жизнь. Она станет более насыщенной, более глубокой, более продвинутой, что ли, относительно других людей. Потому что вот именно общение вот с этими людьми, с такими людьми, вот из этой как бы тусовки, что ли, вот, оно очень много дает в развитии. Особенно если молодые ребята, там, я их все время спрашиваю, что важно. И вот там один говорит, вот слушать важно. То есть они все говорят, что нужно быть с горящими глазками, нужно быть упертыми, нужно идти к своей цели там, и так далее. Но они, ну там вот один, в частности, он говорит, надо слушать, надо быть достаточно открытым и слушать. То есть это комбинация, с одной стороны, ты упертый и ты идешь к своему, с другой стороны, ты слушаешь. И это очень сложно слушать. Вот, так что я сам, например, был очень доволен этими разговорами, потому что они примерно то же самое говорят, что и я, в том смысле, что как бы мы одного поля ягоды, да, то есть мы видим мир примерно одинаково. То есть, может быть, мы из разных окошек выглядываем, но окошки эти в одном здании, в одном и том же. Или там, скажем, может, они на одной площади стоят. Поэтому мы не очень далеко друг от друга отдалились в наших взглядах на жизнь. Причем они разных возрастов, ребята, там и помоложе, и постарше. Но они все меня моложе, заметно. Поэтому, я думаю, вам будет интересно. Во всяком случае, я был очень рад. И сама по себе тусовка тоже. Вот я ходил, смотрел, что за люди там ходят. Там хорошие лица у людей. Хорошие. А видно, что они и образованные, и мотивированные, и глубокие. То есть вот это та среда, которая притягивает как магнит очень многих людей. А многих бы она притянула, если бы они туда попали, но они как-то не попали, не дошли. Вот когда молодежь спрашивает там, вот я живу там в Днепропетровске, я живу в Запорожье, я живу там еще где-то, вот как мне быть?
Вот там всюду есть, вот в любом большом городе есть вот такие тусовки. Они могут быть не такого, может быть, масштаба там, но, значит, они не такого масштаба, а другого. И, соответственно, все это есть. В конце концов, ну, подъехал куда-то, ну, там, взял на 3 дня куда-то поехал. Вот. И это может твою жизнь сильно изменить, просто от того, что ты стал общаться с другими людьми. А когда ты с ними лично познакомился, ты можешь дальше там больше быть на уровне такого электронного общения, да, в социальных сетях, может быть, в каких-то группах специальных и так далее. Так что я очень и очень хотел бы, чтобы как можно больше людей посмотрели вот эти интервью. Я не стану их вставлять в какой-то плейлист. Хотя, может быть, у меня там есть какой-то по стартапам. Наверное, я в стартаповский плейлист включу. Но все эти видео идут с названием SVOD латинскими буквами. S-V-O-D. SVOD в оглавлении, в названии видео. Да, в тайтле, вот это вот, в заголовке. И их легко, ну, либо найти так по слову ключевому, либо просто... по порядку, они все по порядку. Вот. Наверное, я на этом и закончу приглашение, так сказать, посмотреть вот эти сюжетики, особенно вот эти интервью. Счастливо!